Всем привет! Очередная посылка из Китая. Здесь игрушки, антистрессовые игрушки. Это спиннеры, популярные, и фиджет-кубы. Спиннеры с декабря 2016 года продаются в Китае. Фиджет-кубы тоже с 2016 года. Это проект из Кикстартера. Довольно популярная штука — фиджет-куб. Упакован фиджет-куб очень хорошо. Цвет белый. Посмотрите, вроде бы снимает стресс джойстик. Это типа вот так нажимаешь. Здесь как бы замок кодовый. Хорошо щелкает. Здесь ничего нет. Что-то крутится. Ну, для нервных, как бы говоря. Или неспокойных людей, которым надо чем-то занять руки. А вообще-то очень хорошо играются дети этими игрушками. Давайте посмотрим на второй фиджет куб. Здесь цвет другой, черный. И то же самое крутится. Здесь потише шелкается. Ну, все работает. Это не оригинальные фиджет кубы. И вот спиннеры. Цвет белый. Крутится отлично. Давайте второй спиннер откроем. Здесь цвет черный. Довольно-таки хорошо ровно крутится спиннер. Это тоже игрушка антистрессовая, но дети играются им очень даже охотно. Стоят эти игрушки на Алиэкспрессе и в других китайских магазинах от 4, от 3 долларов. Со стоимостью 5-6 долларов уже качество у них бывает неплохое, хорошее. Здесь посмотрите, здесь нажимается, здесь тоже нажимается. И вот сами спиннеры, можно крутить их даже вот так. По-моему, все видно. Ссылка на эти товары будет в описании. Можете пройти по ссылкам, купить. Довольно-таки долго крутятся спиннеры. Это говорит об их качестве. Кто-то называет эти игрушки бессмысленными. Кто найдет в них смысл, может купить. А на этом заканчиваем это видео. С вами был Артур. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Мир вашему.